Привет! Ну что ж, санграйтинг возвращается. Я очень по вам соскучился, правда. В этом видео я расскажу, куда я пропал, чем был занят, о своей онлайн-школе, о новом суперформате и о том, что же самое главное нужно знать любому музыканту. Погнали! Ребят, в этом году я понял, что писать песни артистам, заниматься продакшеном, ковыряться в этом во всем и портить себе глаза, я просто устал, мне тесно, мне скучно и неинтересно. И поэтому я понял, что как-то нужно развиваться, все-таки я музыкант. Мне показалось, что следующая ступень в моем развитии – это петь самому свой материал, выступать и делать карьеру артиста. Но это такое громкое слово в моем случае, ну вот так. Что произошло со мной в этот период? Я победил сам себя в шоу «Голос», я получил золотой граммофон, записал несколько треков с известными артистами, моими друзьями, и выпустил свой сольный альбом. Все это время я реально не переставал думать о канале, потому что вот я бросил его на произвол судьбы, но он сам даже без единого видео вырос на 3500 подписчиков, что для меня, ну, было очевидно, что значит это было хорошее дело, значит оно было сделано не зря. Ценность этого контента, она очевидна. Ну, уже сейчас, спустя такое время, поэтому я решил, что, ну, надо продолжать. Да, я найду какое-то время для того, чтобы делиться с вами своими знаниями. Мне это очень интересно. Вот чего не нужно будет ждать на канале, это хорошего монтажа, каких-то видеофишек, вот этих блогерских штучек. Они мне очень нравятся, правда. Но для того, чтобы это нужно очень много времени на монтаж тратить, изучать, что-то скачивать, как-то вот развиваться в этом направлении, а мне это вот, ну, честно, не упало. Поэтому вот что получается, то получается. Те, кто за картинкой и спецэффектами, можете отписываться. Те, кто за знаниями, сутью, смыслом, ну, welcome. Я открываю свою онлайн-школу по сонграйтингу. Мы сейчас с моей командой записываем целый курс. Это будет курс, включающий в себя все, от там мелодии, гармонии, темпов, текстов, как это все учиться делать, как это все это учиться писать, до продакшена, как это все работает, звуки, плагины, звукорежиссура. То есть это будет вот
курс, который полностью закроет любые вопросы, возникающие на пути и начинающего, и не начинающего сонграйтера. В этой школе я вам дам все то, что я знаю, все то, что я умею. Также на канале будут продолжать выходить ролики, обзоры, интервью какие-то. Вот у меня сейчас планируется интервью с известными ребятами-сонграйтерами. Я надеюсь, все это будет тоже для вас полезно и интересно. Также я придумал такой вот супер формат консультаций. Дело в том, что вот акция, которая у меня проходила на канале «Разберу твой трек по косточкам», она на самом деле стала безумно популярной. И спустя 7 месяцев моего отсутствия люди до сих пор пишут: послушай песню, разбери наш трек, в общем, как-то отреагируй, помоги. И вы понимаете, я очень ленивый человек, это правда. И для того, чтобы меня заставить что-то сделать, мне нужна какая-то мотивация. Ну, как любому, да. Если я не работаю, я провожу время с семьей. Если я не провожу время с семьей, я, значит, что-то делаю по образованию собственному, изучаю, что-то читаю. Если нет, я просто туплю в кино и все. Мне не хочется ничего читать, ничего слушать, не пускать никого в свою жизнь, ни с кем не общаться и так далее. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием. Если вам нужна моя помощь, квалифицированная по любому вопросу касаемо этой профессии, вы можете у меня заказать платную консультацию. Это будет получасовая консультация. Сейчас я настраиваю всю эту оплату, как это, что, куда будет проходить, потому что все будет легально, официально, с договором и так далее. Поэтому я думаю, на следующей неделе появится анонс и ссылка на оплату. Поэтому, если кому-то это интересно, пожалуйста, запоминайте свои вопросы, готовьте треки, буду помогать без проблем. На следующей неделе выйдет ролик, который будет называться «Как устроен шоу-бизнес». Там будет много интересной инсайдерской информации. Друзья, и напоследок я хотел бы с вами поделиться одной очень важной мыслью, которую я для себя открыл за то время, которое я выступал на сцене и общался с людьми, и, в общем, так на передовой, да, как говорится. Задайте себе два вопроса. В чем моя ценность для людей и почему люди должны выбрать мою музыку? Когда вы ответите себе на эти два вопроса, ваша работа в любой области станет намного эффективнее. Приятных размышлений. Ну все, пока.